включаем рассвет. Сейчас мы поедем на гору Шаманку, на остров Орехон. Сейчас я вам покажу, где этот остров. Вот он. Этот остров, и вон там вот переправа. Ну, потом сделаем стрелочкой в Сони Вегасе, где переправа. Вот, так что смотрите, эта гора очень красивая, и там много это, энергии положительной. Так что вот. Гора Шаманка. Необычная гора там была. По слухам говорят, то, что там живет бог острова Орехона. А сейчас мы поедем в Бурятскую деревню, и там будет много интересного. Но я не смогу там снять, потому что там снимать запрещено, так что извините. И вот мы уезжаем с Байкала. Вот мы собрали чемоданы, рюкзаки, чемоданы, Севу забрали. Вот, и сейчас мы уедем отсюда. Ну, конечно, не хочется уезжать, но в то же время хочется. Мы приедем, будем выпускать много видео, так что вот так вот. Вот мы спускаемся с лестницы с сумками совсем. Вот, так что уже скоро будем в ЕКБ, будем выпускать много видео. Блин, вот там все вещи наших. Сейчас приедет автобус, поедем в Иркутск. Вот на прощание покажу Байкал. Вот. Так что вот. Осенью тоже куда-нибудь поедем, все снимем. Так что не скучайте, у нас все весело. Подписывайтесь.
дверях? Ключи надо оставить в дверях. Вот совсем скоро приедет уже наш автобус, и мы поедем в Иркутск. И на этом наши байкальские приключения заканчиваются. Сейчас мы на мосту через дорогу. Только что мы вышли, ну я вышел из церкви. Вот тут красиво. Город, сейчас уже вечер. Все красиво. Фонари включили, вот речка. Я не знаю, какая речка, но красиво. Не, ну ВКБ, конечно же, круче и красивее, но тоже красиво. Очень красиво. Вот это подход. Всем привет! Я нашел машину для убийства. Это очень ужасная машина, смотрите на нее. Отойдите, разойдите. Реально разойдите эту машину, пожалуйста. Лёха! Виталик, отойди, пожалуйста. Мостом Августа. Вот мы на вокзале. Где дождь? Мы ищем вагон. В Иркутске. Вот. Уже ночь, хочется спать. Сейчас сядем и спать ляжем.